Последний штрих – портрет в тяжелой раме ставит на мольберт. Его автор – заслуженный художник России Игорь Суворов. Без этого полотна, по мнению автора выставки Светланы Генераловой, экспозиция была бы неполной. Теперь здесь готовы принять гостей. Выставка посвящена Надежде Константиновне Крупской, а конкретнее ее личной жизни. Сама Надежда Константиновна таких разговоров избегала. Новая экспозиция состоит из трех частей. Первая посвящена молодости Надежды Константиновны Крупской, вторая – ее революционной и общественной деятельности, третья – жизни после смерти Ленина. С этих фотографий на посетителей смотрит другая, совсем незнакомая нам Надежда Крупская. Это была очень красивая девочка и в детстве, и в юности. Она была исключительно хороша. Мы видим ее рисунки, да, юноша, видимо, разморенный солнцем, да, лежит, прислонившись к горе. Она была очень привязана к матери, и мать сопровождала ее и в ссылку, и в эмиграцию, прям до самых последних своих дней. Вся жизнь Надежды Константиновны неразрывно связана с вождем Октябрьской революции Владимиром Ильичом Лениным. При этом она сама вела активную революционную и общественную деятельность, но каким она была человеком, почти ничего не известно. 26 февраля 2019 года исполнилось 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской. Но подготовить выставку к этой дате не успели. Недавно закончилась реконструкция всего музея, кабинет и квартира Ленина в Кремле. К тому же для выставки потребовалось изучить и собрать много архивных документов. Несмотря на то, что в музее есть помещение, воссоздающее комнату Надежды Крупской, его сотрудники посчитали, что существует насущная необходимость в еще одной отдельной экспозиции. Мы видим эту комнату так, как она была при Надежде Константиновне. Рабочий стол, кровать, диван. И мелкие вещи, ее одежда, там, туфли, кошелечки, все это убрано. Вещей у нее было мало, но и те были где-то спрятаны по шкафчикам. А это всегда вызывает, вот именно мелкие предметы вызывают большой интерес. Да? Какие платья она носила, какие у нее были ботинки, какими гребешками она причесывалась. И чтобы показать вот это все, нужна выставка отдельная. Рядом с кабинетом Надежды Константиновны расположена ее библиотека. Безусловно, книги могут многое поведать о характере владельца, но историки уверены, что именно документы и личные вещи куда лучше расскажут о человеке. Часть документов и фотографий предоставил Российский государственный архив социально-политической истории. Часть хранилась в фондах музея, в том числе и личные вещи Крупской, которые также дают представление об их владелице. Это, в общем-то, первая леди, пусть даже с приставкой «экс». Да? У нее две блузки, один сарафан и одни ботиночки. Все, у нее больше нет одежды. Ну, пальто, допустим, но у нас вот в коллекции нет, но... Очень мало вещей, находится одним и тем же портфелем, у нее заплатки на туфлях. И мы скорее недоумеваем, как же так? Экспозиция будет доступна всем посетителям музея, кабинет и квартиры Ленина в Кремле до октября 2019 года. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.